Легкоатлетический манеж спортивного центра «Олимпиец» собрал в своих стенах лучших представителей спортивных семей из 40 районов края. Кубанские семьи сражались друг с другом в эстафетном беге, дарте и на полосе препятствий с надувной конструкцией. За зрелищной борьбой следили наши корреспонденты. Семья Свечевых из Славянского района участвует в семейных соревнованиях не первый год. Они считают, что ничто так не объединяет, как следование к общей цели, особенно если эта цель – победа. Всей семьей сюда приезжаем, отдыхаем. Так что это для нас как бы обычай такой ежегодный. Да, мы очень любим спорт. Наша семья любит заниматься, ходим на стадион. Это очень хорошо. Нам здесь очень нравится. Не первый раз здесь мы участвуем. Нас это сплотило. В этот день собрались самые дружные и спортивные семьи Краснодарского края. Перед началом соревнований всех гостей и участников поприветствовал председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин. Я очень рад, что вы здесь сегодня собрались. Каждый из вас – это сила нации, сила Кубани. И только сильной семьей – сильная Россия. Вперед! Под крышей манежа витал дух спортивного соперничества. Ветераны движения «Стартуем вместе» активно делились опытом с семьями-новичками. Кстати, одни из тех, кого смело можно назвать ветеранами соревнований – семья Нагучевых из Туапсинского района. В соревнованиях они участвуют уже 7-й год. Не раз занимали призовые места. Семья признается, что эти состязания – отличная возможность провести целый день вместе с домочадцами, да еще и так интересно и позитивно. Благодаря этим соревнованиям мы познакомились с другими семьями. На сегодняшний день мы общаемся и также встречаемся вне соревнований. Да, очень. И это объединяет, естественно, мы хотим, чтобы здоровый образ жизни процветал. Младший сын Амир Нагучев принял эстафету от старшего брата, который повзрослел и больше не принимает участие в соревнованиях вместе с родителями. По словам Амира, участвовать в соревнованиях вместе с семьей он мечтал давно. Это очень увлекательно. Да. Захватывает душу. Что превыше всего? Это спорт. В финале соревнований была определена самая спортивная кубанская семья. Ею стала краснодарская семья «Духнай». Серебряные медали завоевали герои нашего сюжета – семья Нагучевых из Туапсинского района. А третье место досталось семье Епимаховых из Сочи. Атмосфера спортивного соперничества, присутствующая на состязаниях, не только способствует сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых, но еще и теснее сплачивают семьи. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».